другое. Таким образом дал понять, что вроде бы будет требовать от него нормальной игры. Один бросок отражает. Иван, да, спартаковцы остались в большинстве. В общем-то, они не особо... Это Илья Зубов, бросок поворотом на опасную позицию. Выходил 38-й номер. И как-то, вы знаете, бросок 1-0 «Спартак» повел. Но четко была разыграна на коротке такая комбинация. Вы знаете, не на всю длину. Здорово попал Михайлов. Чуть пониже, и эту шайбу Станя парировал бы. Видите, успел, переместившись, встать на колени вратарь ЦСКовцев для того, чтобы закрыть большую площадь ворот. Вот удар сходу по шайбе. Станя покинул ворота. У армейцев 6 полевых игроков. Бросок к воротам. Молодец. Молодец, Касутин. Очень опасный был первый бросок в исполнении. Основной разыгрывающий у ЦСКА. Бросок к воротам. Вступает в игру спартаковский вратарь Касутин. Молодец, там в ближнем бою переигрывает соперника. По крайней мере, не дает ему возможности. И 33 секунды в распоряжении ЦСКА. Ну, прямо вот на Илью Зубова передача. А еще почти минуту обороняться. Бросок к воротам. Ну, что хотят, то и делают. Жуков. Нападающий. Жуков. Бросок к воротам. Стоп. Бросок широкого. Ох, как опасно было. Случай это был Макаров. Там, напомню, счет был открыт только в третьем периоде. Буцаев. Ну вот Веро вступает здесь в маленькую потасовку. Бенуа и Веро. Ну, Веро, наверное, не разобрался. Полез в драку с соотечественником. Широков. Очень часто появляется первое звено на площадке. Выход один на один. Это Хосса. И 1-1. Мощнейший бросок Широкова. Меньше двух минут осталось до окончания сегодняшнего третьего периода. И удается армейцам сравнять счет. Но это справедливо, так честно говоря, справедливо. Потому что, ну, никак уж не были лучше спартаковцы. Никак сегодняшняя игра Спартака не тянула на победу. Широков 1-1. Но как-то пролетела она мимо Будкина и в ближний угол попала Касутину. Там щелочка была небольшая. Омахивается спартаковский защитник. Это Будкин. По шайбе промахивается. Бросок к воротам. Станя. Станя выручает свою команду. Вот и настал его черед помогать армии. За это столкновение. Ах, Андре Бенуа. Штангу. С этим компонентом игровым. Бросок по воротам. Станя в очередной раз. И в штангу шайба во второй раз попадает. Ну и Штумпель не смог.
Нет. Сошла, по-моему. Это Жуков. Спартак побеждает 2-1. Зарабатывает 2 очка. Армейцы остаются с одним очком. Жуков великолепно сейчас сыграл. Просто великолепно. Вот посмотрите еще раз нас. Нам повторяют двойное такое обманное движение. Она всегда, это движение всегда...